системы должны все работать, как и телефоны, как и принтера, как и факсы. Мы должны получать непосредственно, всегда быть на связи с населением. Генератор запускается и подает ток уже на весь отдел. Сотрудники Успенского отдела полиции проводят экскурсию для семиклассников. Рассказывают школьникам об особенностях работы и знакомятся с служебным автопарком. Подростки узнают о цветографических наклейках на спецтранспорте и отличиях полицейских машин. Ребятам предлагают ощутить себя настоящими полицейскими, сев за руль патрульной машины. Это свет у нас, видишь, он загорается. Затем гости проходят в здание, осматривают помещение для приема посетителей, где граждане могут написать заявление, знакомятся с устройством для проведения дактилоскопии, наблюдают за работой дежурной части. Там существуют камеры видеонаблюдения, которые помогают незамедлительно отреагировать на какое-либо происшествие, и что способствует более эффективному раскрытию и расследованию преступлений. Сегодня на экскурсии около 10 мальчишек и девчонок из Назаревской школы и школы Горки-10, которые посещают кружок «Юный друг полиции». Занятия в нем проходят еженедельно. Иногда бывают и такие выездные мероприятия. Ребятам очень понравилось. Мы были впервые на такой экскурсии. До этого мы открывали отдел полиции в Звенигороде. То есть это наше не первое выездное мероприятие. Поэтому мы очень довольны. Наша первая такая экскурсия. В дальнейшем планируем взаимодействовать с полицией и посетить, возможно, в Одинцовском городском округе еще какие-то отделы полиции. Ивану сейчас 13. На экскурсии ему понравилось. Кружок начал посещать, чтобы поближе познакомиться с работой полицейских. Ведь в дальнейшем подросток планирует связать свою жизнь со службой. Пойти служить в полицию, потому что, чтобы помогать, защищать. В ходе экскурсии юные друзья полиции также познакомились с особенностями работы участковых уполномоченных, посетили отдел по вопросам миграции, увидели, как делают паспорта, узнали об истории создания ОМВД по Одинцовскому городскому округу и смогли задать интересующие их вопросы. Мы надеемся, что данное мероприятие понравилось школьникам. Они сделали для себя какие-то важные и значимые открытия. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».